Ваня тоже. Так, нужно, короче, встать, так понимаю, по пояс вообще. Уже по колено. Блин, круто, всегда в детстве на даче, короче, была. Да, мечтала перейти в брод. Ну или просто переплыть ее. Да, но сейчас. Ну, под течение, тут плывешь. Если только так. О, все. Лена, оно кажется все-таки. Да, зря я в этих готов. Да. Сейчас согреемся. Вода сейчас будет теплая, уже казалось. Может туда даже поближе. Ну да, здесь. Не, конечно, ну так я говорю, привыкаешь, кажется, что он снаружи сейчас обсохнет. Потом можно будет быстренько на берег уже. Ой, эти вернулись. Что-то они долго. Отсыпались тут, походу. А, что-то я забыл про то. Вот так, вон они поднимаются. Ты можешь посидеть, но ты, боюсь, тебя снесет, если ты расслабишься. Не, ну там, в принципе, мелко, ты можешь потом около моста вылезти прям там. Пофигу. Да они прям там. Тут просто как-то вода такая, блин, мутная. Да, так она потому что несет очень быстрое течение, все поднимается. О, видишь, уже теплее становится. Ну, вот. Ветра нет. Ну да. Сейчас они все снять надо. Закаляться хорошо. Так, остальные там не видно. Не видно. Интересно, где это место? Короче, нам тут минут 5 стоять. Ну чё? Не, ну просто... Прикольно, это мелко. Не буду сейчас воду опускать. Блин, у меня такое ощущение, что мы по кругу шли, как-то обходили, а получается мы напрямик даже. Нет, я просто смотрю, тут, насколько здесь еще мельче. Ну, да, смотрю. Ну вот прям под эту. Вот отсюда может. Вот махать руками. Вот уже привыкаешь, вода кажется очень теплой. Просто перегрелись на солнце и так. Ну, можно будет это вплавь до раз собрать. Ну, течения такого вообще никогда не было в этой речке. Этот вообще без страховки там лазит. Меня пристегивал, без страховки стоял прям там. Ну, а чё нет? Так-то. Так, снимаем. Я бы тоже без страховки туда вылезал. Все остальные не очковали. Ну, это типа элементарная техника безопасности, которую надо соблюдать. Все мы крутые. А кто-то там сейчас... А, они сейчас в тандеме, да? Так, Ваня полез, да? Я не ошибаюсь. Все, ну, точно Ваня полез. Сейчас чуть не махай. Я не знаю, так просто. Так тут это все равно будет близко. Он же сейчас провиснет. Может, он провиснет, его за ногу поймать и с ним дальше. Экстрим. Ну где-то да, вот здесь. Так, это вот. Так, все, Ваня пошел. Снимаю! Наверное. Да, снимаю. А ноги все равно каждый раз трясутся. Ну, когда выходит, ну, у него, видать,
Так, полетел. Махай ручкой. И он себя снимает. Вот смотри, видишь, как он провисает. Не совсем снимаю. Ну ладно. Он не помахал рукой, он был занят снятием самого себя. Я и забыла, что я его снимаю. Вообще сейчас они вдвоем прыгают. Что им показалось? Ну, не хотят прыгать, говорит. Не очень круто. Говорит, ну ладно, ребята говорят, нет, это не круто, мы ожидали жести. Ну, типа как на веревках они, наверное, прыгают тут кверх ногами. Ну типа да. Не знаю, я бы не хотел так. Ну да, очень. Не, ну как бы понятно, что страховка, но там вот меня больше всего напрягает рывок, который по-любому есть. Мне кажется. Нет, так там же ты обводу-то не приземляешься. Суть в том, что ты потом как качели раскачиваешь. А, в это, в прыжке? Да, 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 да. В прыжке что-то я не прыгал, а ты прыгал? Не, вот я и говорю, что я бы, конечно, может быть, и попробовал, но мне все равно страшно. Ну, это, конечно, более... Да, конечно, это как бы подготовка. Это, прыгаешь ты или... Да, да вон неделю назад было. Этот роуп-джампинг как раз, по-моему, с этого моста. Серега меня тоже звал. Не знаю, прыгал он или нет. Да, кстати, уже холодно становится стоять. Сначала вода теплая, так кажется. Ну, сейчас не прыгну. Сниму. О, сейчас эти начнут. Когда псух, да. Ага. Новая порция холода. Ну, сейчас они, наверное, еще быстрее провиснут. Скорее всего. Да, даже вот. Если Ваня здесь уже почти над водой был. Да. Скорее всего, он там что-то объясняет. Ничего он не объясняет. Говорит, сидите и делайте что-то. А? Мне кажется, они не первый раз были. Первый. Первый? Да. А что там объяснять-то? Не держать за веревку и все. По-моему, больше не нравится. Все остальное за. Все готово. Сносит, конечно, не. Ну-ка, а тут вообще по колено. Можно их вообще поближе так снять. Не, не стоит под это. Почему? Я ж не под ней. Я до нее еще метра два. Три. Ну я говорю, не. Ну вот они вот где-нибудь здесь будут. Сейчас вот я прям так сниму. Близко. Может кто-нибудь из них, по-моему, помашет. Улыбаемся и машем. Да. Что он там стоит? А, кто-то боится. Алена, наверное, боится. Что-то они стоят там. Что-то да, что-то он там втирает даже, я бы сказал. Кто же из них боится, Алена или пацан этот? Кто? Кто боится-то? Мне кажется, он прикалывается. Вот это было жестко. Блин, они спиной. Смотри, смотри, они. Вот я тебе говорю, они прям тут сейчас. О, господи, такая скорость, это жесть. Да, вдвоем быстро.